Итак, добрый день гостям, подписчикам моего канала. Сегодня мы в моем ретро-разделе «Назад на рыбалку в СССР». И сегодня мы поговорим, какие же были советские мормышки, но я вам покажу именно в заводских коробках или в заводских упаковках. То есть без упаковок у меня великое множество этих мормышек, но они все не упакованы. У меня, к сожалению, так много этих упаковочек и коробочек, но есть. Давайте рассмотрим, и может вы вспомните, что вы когда-то тоже пользовались такими мормышками. Давайте рассмотрим их поближе. Начнем с коробок. Я говорю, к сожалению, очень мало у меня. Вот такие вот мормышка, личинка один. Цена 6 копеек за штуку, 10 штук с артикулом. И здесь есть тоже, это завод «Сокол» в Киеве. Здесь вот мы видим груша один, мормышка, тоже «Сокол». И здесь вот тоже такая коробочка побольше, мормышка, дробинка, дробинка «Б». 10 штук, цена 60 копеек. Вот такая вот коробочка. И давайте же, их много где производили. У меня, говорю, только вот такие. Вот такие в заводских именно упаковках. Вот такая вот, давайте завесим мормышку-дробинку. Ровно 2 грамма. Далее. Груша. Пошла у нас груша. 0,6 грамм. Поближе снимаю без штатива, чтобы как бы было лучше видно. И вот такая вот личинка. Мормышка-личинка. 0,6 грамм тоже. Далее обратите внимание, идут у меня вот такой уже на листочке. Вот такие вот наборы. Это мормышка паянная трехгранка. Росход Рыболов Союз. Завод «Буревестник» называется. Цена 25 копеек. Видите, красивая такая упаковочка. И вот такая уже трехграночка у нас идет. Трехграночка. Вот мы ее завешиваем. 0,7 грамм. Такая трехграночка. Дальше мы видим тоже. Также на этом заводе производились и блесны, и вертушки. Мормышка-ракушка. Цена 25 копеек. Тоже давайте ее завесим. 1,2 уже потяжелее. И далее вот смотрите. Вот такие вот мормышки. Тут уже знак качества есть. Знак качества. Это тоже «Буревестник». Вот такие вот мормышечки. Далее есть вот такие мормышки. «Хрусталик-2». 5 штук, цена 25 копеек. И далее обратите внимание. Вот есть вот такие вот ассорти. Они вообще запечатанные. То есть тут 3, 4, 1, 2, 3, 4, 6, по 6 мормышек уже, посмотрите. Цена 28 копеек, смотрите, всевозможные. Вот тут и как муха, 6 разных мормышек, набор мормышек, и здесь так и называется, набор мормышек. То есть вот такие вот, я говорю, упаковок у меня немного, но кто вспомнит, возможно, кто ими работал, вот такие вот мормышки. Заводские в Советском Союзе. Итак, в основном вот такие вот мормышки были, которые были вот таких вот полиэтиленовых пакетиках с картинками, либо вот таких вот коробочках. Многие-то уже знают. Кто не знает, как продавались мормышки, думаю, будет интересно кому-то. А кто вспомнит, советский рыбак вспомнит, у кого-то будет ностальгия. Напишите в комментариях, кто ловил на эти мормышки, кто сейчас ловит. Я именно показал в заводских упаковках и коробках. То есть у меня есть тонна советских этих мормышек, но без упаковок. То есть я их не стал вам сейчас показывать. Как бы пишите в комментариях ваши дополнения. Мне будет интересно. Как бы всем, кому понравилось, как всегда, подписываемся, ставим лайки. Всем пока!